Немаловажным элементом в подготовке бадминтонистов являются подвижные игры. Некоторые из них мы вам сейчас продемонстрируем. Лера. Заданием этой игры является как можно дольше без ошибок удержать валан в воздухе. Игроки по очереди подбивают валан вверх, крича имя следующего отбивающего валан. Игра развивает концентрацию, старт к валану, координацию. Настя! Ваня! Ай, Саша! Лиза! Наташа! Антон! Лера! Настя! Ваня! В этой игре спортсмены по очереди отбивают валан и перебегают на другую сторону. Если кто-то сделал ошибку, выбывает из игры. И так до момента, пока не останется двое самых быстрых и точных игроков. Они между собой разыгрывают первое место и играют, например, до 2 очков. Другой вариант вертушки более трудный. Игроки делятся на 2 команды, ударяют валан по очереди на стороны соперников. Если кто-то допустит ошибку, то из игры выбывает его ракетка. Таким образом, ракеток становится все меньше. Игрокам надо все быстрее передавать оставшиеся ракетки. Выигрывает та команда, которая сумела сохранить ракетки. Игры, которые вы сейчас увидели, могут стать не только спортивным упражнением, но и просто хорошим развлечением.